Люблю, очень красиво все. Но некоторые есть чуть-чуть так опасноваты. Детям нравится, конечно, вот эта скорость и адреналин этот. Все равно уверенности прям 100% безопасности нет. Бояться не боюсь, надо просто под наблюдением, чтобы смотреть внимательно. Этот парк, он же действует давно, и уверенность есть, да. Родители должны быть в видимости с детям, что и старым там ботинок порвался, ударился, он мог крикнуть, чтобы мать или отец подошли. Когда ребенок садится в аттракцион, ну, нужно тоже убедиться в его целостности, в ремнях, то, что они держат, в адекватности того, кто это управляет. Парковые зоны и аттракционы – излюбленное место летнего отдыха горожан. Но мало кто задумывается, насколько безопасны аттракционы для детей и взрослых, каковы правила их установки и обслуживания, и как осуществляется контроль за безопасностью аттракционов для нас и наших детей. С 1 июля 2021 года вступили в силу поправки в Закон Республики Казахстан о безопасности машин и оборудования, согласно которым ввод в эксплуатацию аттракционов производится в соответствии с национальным стандартом. Документ, который определяет общий порядок, каким образом проводится монтаж, проводится после монтажа ввод в эксплуатацию самого аттракциона, процедуры постановки на учет аттракционов в органе государственного контроля. Также содержатся нормы о составе комиссии, которая должна принимать аттракцион при вводе в эксплуатацию после монтажа, после капитального ремонта. Возле каждого аттракциона должен быть установлен информационный щит, который содержит полную информацию о дате изготовления, ввода в эксплуатацию, владельце аттракциона и лицах, ответственных за исправное состояние оборудования. Это то, на что посетителям парков также следует обращать внимание при выборе аттракциона. Ни один аттракцион не начнет свою работу без проведения полного технического обследования экспертной комиссии и получения допуска к его эксплуатации. Как правило, этот допуск действует в течение 1 года. Безаварийная, стабильная работа аттракционов зависит не только от исполнения требований национального стандарта владельцами и обслуживающими компаниями, но и от ответственности самих посетителей.